Здравствуйте, дорогие наши подписчики, гости нашего канала. Добро пожаловать на наш канал. Пошлите. Наш канал, наша деревенская жизнь. Мы вам рады. Сегодня 19 сентября. В Кургане солнечно. Ветра нет. Наше местное время. Сейчас вам скажу. 08:29. Пошли, пошли отсюда. Пошли. Где серые гуси? Вон они уже там. Пошли, пошли. Иди, моя девочка. Иди, моя красотулечка. Иди, иди, иди. Пошли, 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 пошли. Слава Богу, проснулись. Живы, здоровы, чего и вам желаем. И началась наша повседневная работа, скажем так. У меня в первую очередь мое хозяйство, а потом уже домашние дела. Вот с гусями сейчас пройдусь. Сегодня я решила банками заниматься. Ну, помидоры с огурцами солить. Пошли, пошли. Пошли отсюда, тут травы нету вашей. Вот такие вот у нас дела. Пошли, выходим отсюда. Ну что, осень, да? Уже 19-й день осени. Пошли, иди, иди, моя девочка, иди. Иди, красавица моя, пошли. Пошли, выходим отсюда, вот тут нету этой травы. Пошли. Пошли, пошли, гусечки, красавицы мои, пошли, пошли. Пошли эти красавицы мои. Иди, иди, моя девочка, иди, иди, моя красотулечка моя. Какая у меня куколка. Давай, давай, давай. Пошли, выходим отсюда. Пошли. Какая красота все-таки, правда? Осень тоже берет свою и показывает свою мощь, свою красоту. Деревья начинают уже желтеть. Дело приближается к зиме. Ё-моё. Так не хочется зимы. Ой, мама. Ну а что делать? У зимы тоже есть своя красота, своя мощь, своя сила. Особенно заморозки сильнейшие, которые сидишь дома и трясешься. Ой, мою. У нас еще печное отопление. Ну, как бы нормально муж топит. Печку, если вам честно сказать, я не умею топить. Это правда. Так. Машина, машина, давайте в ту сторону, пошли. Давай, 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 все в одну сторону, пошли. Быстро, пошли, 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 пошли. Бегом. Здравствуйте. Пошли. Идем, 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 идем. Иди, иди, мой красавец, иди. Я не умею печки топить, мне муж только топит. Прежде чем он, естественно, утром, когда идет на работу, он затопит. Закрыть я еще могу. А топить нет, не умею. Ни печки топить, ни баню топить. Это он у меня, мастер. Как бы не бывало такое, что прямо он на работу уехал, задержался, допустим, да, а я дома сижу, мерзну, нет. Иди, иди, да тут нету той травы, которую вам надо. Я уже миллион раз об этом говорю. Пошли, 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 выходим отсюда, выходим, выходим. Уходим. Прежде чем он на работу едет, он нормально затопит печку. Пошли, пошли. Потом, когда приедет, снова топит. Так что вот. Он мне говорит, как ты раньше жила? Я не знаю, как-то жила же. Выжила же до того момента, пока познакомилась с ним. Пошли, пошли, пошли отсюда. Пойдем. Я больше устаю выгонять отсюда, чем... что-либо сейчас он. Пошли. Вышли отсюда. Тут травы нету, которую вам надо. Пошли. Давай, бегом, 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 бегом. Бегом, 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 бегом. Бегом, мои красавцы. Выходим отсюда. Выходим. Выходим. Иди. Иди. Вышли, 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 вышли. Идите, мои красавцы. Ну вот. Выходим из нашей улицы. Сейчас посмотрим, куда они направятся. Но в правую сторону я их точно не пущу, так как там дворовые собаки. Если они начнут лаять, эти через минуту уже будут дома. Лучше мы в ту сторону, там трава хорошая. Пошли. Давай. Вот такие дела. Мои гусечки, вот они, красотулечки мои, вот они. Ну, дорогие.
дорогие наши подписчики, гости нашего канала. Если что, вы нас не теряйте. Следующее наше видео будет, как мы направляемся домой. Они тут уже ругаются, разбираются. Что-то не поделили. Что-то не поделили. Давай назад. Что вам тут не нравится? Что вам тут не понравилось-то? Пошли. Так что вот всем пока.